31 мая в Москве завершился Всероссийский музыкальный фестиваль детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества». Финал конкурса юных талантов по традиции освещал телеканал ЛРТ. В знак благодарности президент фестиваля Александр Воловик преподнес директору и коллективу Люберецкого телевидения почетные грамоты и памятные подарки. Вы от души как-то делаете передачи. И вот я смотрю съемки разных телеканалов, но у вас всегда получается прекрасно. Я очень рад нашему сотрудничеству. То есть люди, которые работают с душой, они делают то, что людям нравится, то, что людям по сердцу. А это главное. В этом году фестиваль «Молодые таланты Отечества» прошел в третий раз. Его приурочили сразу к двум праздникам – Международному дню защиты детей и Дню России. Кроме дипломов и кубков победителей, лауреаты фестиваля получили возможность выступить в праздничных концертах на главных сценах Москвы. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.